Пашырэнне ведаў і абмен вопытам. У Гомелі прайшоў рэспубліканскі семінар па арганізацыі медыцынскай рэабілітацыі. Удзел прынялі прадстаўнікі з кожнай вобласці. Тут былі агучаны самыя актуальныя пытанні. Арганізацыя працы службы медыцынскай рэабілітацыі на стацыянарным, амбулаторным, дамашнім этапах – асноўнае, што разабралі спецыялісты. Правядзенне семінара пацвярджае важнасць рэабілітацыі, якая на сённяшні дзень стратэгічны накірунак развіцця сістэмы аховы здароўя ў нашай краіне. В нашей стране очень много внимания уделяется реабилитации наших больных и инвалидов, наших пациентов. Достаточно сказать, что у нас в относительно небольшом государстве имеется 338 отделений реабилитации, в том числе 100 стационарных, остальные амбулаторно-поликлинические. Очень хотелось бы услышать какие-то новинки в сфере реабилитации, может быть, какие-то наработки. Может быть, кто-то поделился бы своим опытом. То есть, ну, это всегда приятно, это всегда встреча коллег, это всегда встреча друзей, ну, людей, с которыми как бы тебя связывает твоя дисциплина. То есть это интересно. У Беларуси надается серьезная увага реабилитации. Повысить якость життя – главная складальная праца реаниматологов.